Сьогодні, 3 грудня, але 1596 року народився один із найвідоміших італійських майстрів смичкових інструментів – Ніколо Аматі. Він був учителем майстрів по створенню струнних інструментів, таких як Антоніо Страдіварі і Андреа Гарнері. Аматі довів тип скрипки, вироблений його попередниками, до досконалості. У деяких таких інструментах збільшеного формату він посилив звучання, зберігши м'якість і ніжність тембру. Його роботи вражають і досконалістю, і формою, і досконалістю звуку. За допомогою неперевершеного звучання цього інструменту ми можемо відчувати усі тонкощі класичної музики. Однак в чому ж особливість інструментів та як вони вплинули на класичну музику, нам розповість кандидат мистецтвознавства, доцент університету Грінченка, лектор освітньої організації «Культурний проект» Ірина Ягодзинська. Вона вже завітала до нашої студії. Пані Ірино, раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, насамперед хочеться згадати про Ніколо Аматі. У чому особливість його майстерності та як йому вдалося виготовити такі смичкові інструменти? Хороший вопрос. Это к ремонскому феномену относится, потому что Амати, как и его отец, продолжатель скрипичной школы Кремонской, и, собственно, Страдивари, о которых вы упомянули, Гварнери, относятся к той же школе. И секрет этих скрипок, в общем-то, в древесине. Как она такой получилась, никто не знает. Там есть совершенно мифические, исторические версии. До сих пор неведомо. Неизвестно. Точно. Да, только легенды, можно. Только легенды, да. Про что свечат легенды, до речи? Ну, о том говорят многие, что после ледникового периода там особый тип древесины, которая сохраняется, специфическое дает звучание при ее обработке. Кроме того, есть секрет лака, обработки лака, который тоже до сих пор не раскрыт, его химический состав. Поэтому творчество Амати, и нужно говорить о том, что не только о Николе Амати, но и его школы, а это как минимум 10 человек, которые работают под его эгидой. Да, и в принципе любая скрипичная или просто инструментальная школа, это школа, в которой работает сразу несколько человек. Да, просто клеймо ставится одно, но мы сейчас в мире можем иметь всего несколько инструментов, которых действительно делал Никола Амати. И, в общем-то, этим они уникальны. Кроме того, эти скрипки, помимо того, что они совершенствуют так называемую ренессансную виолу, да, изменяют ее структуру, конструкцию, это и выпуклая нижняя дека, и смена вот этих прорезей знаменитых, эсочек на эфочки и так далее, устранение ладов, то есть маркирование грифа, да, оно отсутствует в скрипках Амати. Но самое интересное в другом. Мы вот очень много говорим о скрипках и забываем о смычке, потому что в чем его секрет? Секрет в структуре, да, в конструкции смычка, потому что тот смычок современный, который есть сейчас, был усовершенствован тоже итальянским мастером в конце 18 столетия. И даже если мы на барочной скрипке, да, то есть скрипке 17 века, будем играть современным смычком, то мы не получим того так называемого аутентичного или исторически достоверного звучания. Да? То есть это будут совсем другие штрихи, другой тембр для того, чтобы... Ну, это поняли только в 20 веке, чтобы играть на барочной... Ну, практически, да, путем опытным, да, эмпирическим. То есть для того, чтобы играть на барочной скрипке, получить соответствующий звук, нужен соответствующий смычок. Тобто це є теж такий от фундамент, тому що без нього абсолютно, мені здається, звук не буде виходити. Це є основна така от. Да, ну тут ще нюанси. Наприклад, от всі скрипачі, які так чи інакше сталкивались з кремонськими скрипками, говорять о том, що яка диференціація темброва у цих інструментів. Скажем, Страдіварі просто красивий звук. Ти можеш просто коснутися струни пальцем, і вона вже благородно звучить. А Гварнері – це як скрипка Паганіні, скажем, скрипка-пушка, которая пробивает акустику любого зала. У нее очень богатая тембровая палитра, на ней можно и рычать, и показывать различные демонические штуки, в которых упражнялся, кстати, Паганини. И я вспомнила историю относительно того, как скрипка Гварнери, именно паганининская, была в Киеве. Это было в 1999 году, и играл на ней легендарный наш украинский музыкант Богдар Катарович, который основал киевские солисты. И это просто анекдотическая ситуация, потому что переговоры шли несколько лет, и когда скрипку привезли... Дуже все серьезно. Да, это очень серьезно. Она сейчас хранится в одном из музеев Генуи под очень пристальным вниманием. Там охрана на несколько миллионов долларов. На бархатной, значит, подушечке лежит скрипочка, которая никого не подпускает. И раз в день, там несколько раз в неделю, на ней играет специально обученный музыкант, потому что чтобы скрипка не простаивала. Вот так, да. А когда ее привезли в
Киев, то для этого пришлось заплатить 4 миллиона страховки, договариваться с МИДом, Интерполом и так далі. В общем, такий залог, що з нею нічого не відбудеться. Да. А от, до речі, також дуже цікаво, от, чому одні великі скрипалі, наприклад, обирають скрипку Страдівари, а інші – Гарнері. От в чому особливість і чим вони керуються? Це все індивідуально досить? Ну, це залежить, звісно, від творчої манери. Да? Тут, кому хочеться показати більше можливостей, навіть от сучасні музиканти, да, ті, хто орієнтується на сучасну академічну музику, часто беруть Гарнері, тому що це більше потенцій тембрових. Да. А Страдівари – це просто красивий звук, да? Вот то, що я сказала. Да? І для романтичного репертуару дуже багато беруть. Ну, опять же, все залежить від смачка. Ну, а, власне, хто... Чому так важливо для от сучасних музикантів зіграти на тих от стародавніх інструментах? Чому не можна виготовити зараз такий для себе особисто і користуватися ним? Ну, это не только потому, что страшно дорого. В этом нет смысла. И это важный культурный тренд сейчас, который начинается в Западной Европе где-то в 60-е годы. Это возвращение к истокам, к пониманию, так называемое аутентичное движение в музыкальной культуре или исторически достоверное исполнительство, большим энтузиазмом которого был Николас Арнанкур. И он, в общем-то, вернул современным слушателям музыку барокко в том виде, как она існувала. Да, да. То есть главный принцип, который исповедует исторически ориентированное исполнительство, заключается в том, что музыку далеких от нас эпох мы должны играть согласно тем художественным закономерностям, в которые она создавалась. Это значит играть на инструментах того времени, играть даже в костюмах того времени, в помещениях, под которые создавалась эта музыка, и в соответствующем... То есть интерпретировать эту музыку і в пространственному, временному відчуванні людей тієї епохи. Власне, да. До музики. Щодо класичної музики хочеться поговорити, тому що справді от, деякий час вона була втратила свою популярність. От, як ви вважаєте, чому так сталося? І наскільки вона сьогодні актуальна? Ну, я бы не говорила о том, что музыка классическая, академическая, как мы ее называем, или большая музыка, в какой-то момент потеряла свою популярность. Вовсе нет. Смотря, конечно, о каком... Это так сдавалось. Кому-то. Да, смотря, конечно, о какой геолокации мы говорим. Да, если для нашего общества это действительно была проблема, то для Запада нет. Единственный нюанс здесь заключается в том, что во второй половине 20 века музыка, вот, академическая традиция авангарда, она все больше... герметизировалась, это становилась музыка для избранных, музыка для своих, высокоинтеллектуальная, рассчитанная на узкий круг специалистов, скажем так, да, то есть в ней не было посыла как-то диалогизировать со слушателем. Но эта проблема решается, и сейчас, когда у нас, в общем-то, в доступе в интернете, да, или в любом цифровом архиве, все или просто в реальном звучании, звуковом пространстве нашем, даже нашего города, присутствует любая музыка, музыка барокко, иногда, ну, к счастью, бывает музыка Ренессанса и других эпох, то, в общем-то, говорить о том, что какие-то есть с этим проблемы, да, они есть, да, нужно популяризировать, нужно уметь научаться слушать эту музыку и воспринимать, потому что то, что от нас далеко, требують ключа. Що ж, ми вам дякуємо, власне, що завітали до нашої студії, за те, що відповіли на всі наші запитання. Я сподіваюся, що обов'язково після нашої розмови всі захочуть послухати, віднайти ключ ці матеріали і музики. Послухати класичну музику. Я ж нагадаю, що до нас завітала кандидат мистецтвознавства, доцент університету Грінченка, лектор освітньої організації «Культурний проект» Ірина Ягодзинська, яка розповіла, в чому особливість інструментів Страдіварі та Гарнері і як вони вплинули на класичну музику.